Сестра Сотникова – мастер по изготовлению кукол. За 10 лет гомельская ремесленница создала более сотни авторских игрушек. На каждую работу тратит от нескольких дней до месяца. Ее изделия есть в коллекциях ценителей ручной работы из Беларуси, России и Японии. Все куклы в единственном экземпляре. Рождение очередного шедевра и история необычного увлечения гомельчанки. Смотрите в программе «Мастер» 17 февраля в 19:10 на «Беларусь-4».